сорт Хукс. Плоды желтые. Вот такие вот плоско-круглые. Это уже перезревший плод. Туда лопается. Взгляните на мякоть. Очень мало семян, одно мясо. Среднеспелый, кусты 1,5 метра. Вес 273 грамма. Это в этом году они растут на плохой почве. Мы посадили для эксперимента на суглинке. Такая суглинистая земля. Не удобрено. Тем не менее, урожай получили отличный. Так что он будет расти на любых почвах. На хорошо удобренной земле будет подойти до 0,5 килограмма. 500 грамм будут. Очень сладкий. Десертный вкус. Для салатов. Для любителей желтого томатного сока. Он подойдет.